Моменты первой половины встречи. Встречи, которая с первых минут показала заряженность и озлобленность мадридцев на последние неудачи. И первые опасные моменты стали возникать у ворот Барселоны в дебюте противостояния. Гонсало Игуаин воспользовался ошибкой Хавьера Маскерано, который неудачно и неуклюже пытался развернуться и отбить мяч в сторону. В итоге Маскерано допустил грубейшую ошибку, и Гонсало Игуаин сумел воспользоваться таким подарком, вонзив мяч в сетку ворот Виктора Вальдеса. Счет был открыт в самом начале встречи, уже на 10-й минуте. Со своей половины поля Пепе переправил мяч в направлении Гонсало Игуаина, и Игуаин сумел быстро сориентироваться в этой простой ситуации и, приняв мяч на грудь, подработал себе под правую ногу и пробил точно по центру ворота Виктора Вальдеса. Виктор Вальдес, к сожалению, команду свою спасти не сумел, но это не первая угроза воротам Виктора Вальдеса была создана мадридцами на 10-й минуте. До этого также Игуаин не воспользовался прекрасной возможностью для того, чтобы счет в матче открыть, и сделал это чуть позднее. Барселона старалась быстро исправить ситуацию. Лионель Месси пытался в данной ситуации пробить поворотом, ну а здесь упал и, к сожалению, не сумел устоять на ногах Алексис Санчес. Совсем скоро мадридцы сумели воспользоваться еще одной ошибкой в обороне каталонцев, и теперь уже Криштиану Роналду в блестящем стиле пяткой пробросил себе мяч на ход, переиграл Херарда Пике и вновь пробил под опорную ногу Виктору Вальдесу. Таким образом... Месси. Бьет Месси. Гол! Вот это исполнение! Со штрафного в самой концовке! Речь была о том, что талант он как похоть. Трудно утаить, еще сложнее симулировать. Вот Лео Месси, по-моему, сейчас проиллюстрировал. Неожиданно.